Эхо-2 представляет. Флоренция, Италия, 1348 год. Это чума, гибель. Когда приходит смерть... Почему не принять эту милость? Единственным убежищем... становится воображение. Как приятно первое рассказать вам о прелестях любви. Это истинное возрождение. Мэтры кинематографа Паоло и Витторио Тавиани, обладатели золотой пальмовой ветви Каннского МКФ и золотого медведя Берлинского МКФ. Я стал мужчиной, и это чудесно. Это сделала любовь. Я создан для тебя. По мотивам шедевра Джованни Боккаччо «Декамерон». Должны ли мы испытывать стыд перед Богом и людьми из-за тебя? Откройте для себя бессмертные истории. О любви, о веселье, о страсти, о жертвенности. Я прекрасно знаю, что меня ждет. Но скажите, сеньор, что можно сделать, когда приходит любовь? Ничего. Ничего. Рикардо Скамарчо, Ясмин Тринка, Ким Росси Стюарт, Флавио Паренти, Виттория Пуччини, Микеле Риондино, Паоло Кортелези, Лело Арена, Каролина Крешентини, Кася Смутник, Иосафат Ваньи. Я вижу это в твоих глазах, Вискардо. И это прекрасно. Нет ничего прекраснее. Декамерон. Скоро на экранах.